पुरते गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ खड़े हो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Прежде всего, я приношу свои почтительные дандават пранамы к лотосным стоп моего Гурупад Падме Нитилил Правиштам Вишнупада Штатарашата Шиши Мат Бхакти Сидханти Шируп Бхакти Шируп Сидханти Госвами Махараджу. И также я приношу свои почтительные дандават пранамы к лотосным стопам моего Шикша Гурупада Падме Нитилил Правиштам Вишнупада Штатарашата Шиши Мат Бхакти Веданти Шили Нарайни Госвами Махараджу. Также я приношу свои почтительные дандат пранамы к лотосным стопам Триданди Саньяси Гана, всем вайшнавам и вайшнаве. Мы с вами запредельно удачливы, что совершали Шивраджа Мандала Парикраму, поскольку этот год особенный. Поскольку сегодня, в этом году, столетний юбилей нашей Гуру Варги, нашего возлюбленного Шилы Гуру Дева, Нитилил Правишну Вишнупада, Штатарашата Шишимат, Бхактиданте Нарайна Госвами Махараджа, и Нитилил Правишну Вишнупада, Штатарашата Шишимат, Бхактиданте Вамана Госвами Махараджа, также и дни ухода дважды в году. Поэтому этот год запредельно особенный. Как Нарада говорил со Шри Кришной, Нарада сказал: «О Прабху, тот, кто слушает твою Харикатху, люди обретают очень много вкусов и привязанности к тебе», как поется в этом киртане. Я бегу в то место, где рассказывают мою харикатху. Итак, Шрила Рупа Госвами Пад говорит: Сколько вы слушаете харикатху, все больше жадности будет приходить к вам слушать больше и больше и больше. О Кришна, ты являешь свои сладостные игры во Вриндаване. И Шрила Гуруда всегда говорил, это не обычные места, которые вы посещаете. Это Дхама Вриндаван. Даже Господь Шива молится о том, чтобы войти в танец раса, и он становится Капешваром. Итак, по беспричинной милости Гуру Варги мы посещаем все эти места. Мы посещаем Камьяван и другие места. И также Кедранат, Бадринат, Ганготрин. Все священные места находятся во Врадже. И так мы совершаем Чандана Ятру. И Кришна говорит,
Отправляйтесь со мной в Камьяван. Сложите свои ладони и молитесь, чтобы Дхама, все святые места появились в Камьяване. Итак, все святые места находятся в Камьяване. Мы плачем незначительную цену, чтобы поддержать парикраму, но вайшнавы на самом деле берут нас бесплатно, чтобы посетить все эти места. Итак, Пуджападманов Махарадж говорит, даже если вы не даете пранами пандам, вы не можете обрести благо из-за этого. Но кто самые панды? Самые важные панды. Это те саньяси, которые сидят перед вами на сцене. Благодаря их милости мы отправляемся по всем святам и можем и мы можем получить благо с этих мест благодаря их милости. Гаура Амара Сесабастханы. Под руководством Праная Бхакти я отправлюсь во все святые места, следуя по их лотосным стопам, поет Шрила Бхактивинода Тхакур. И это моя благая удача. И Шрила Прабхупад говорил, не смотрите на священные места своими глазами, постарайтесь лицезреть эти истинные места, эту Дхамму Вриндавана, через свои уши благодаря Харикатхе. Это самая лучшая парикрама. И какова особенность нашей парикрамы? Потому что наша Гуру Варга обладает исключительной особенностью. Какой особенностью? Особой харикатхой, которую дает наша Гуру Варга. Итак, Нарада говорит Кришне, «О Прабху, ты совершаешь игры в своей Дхаме, в Раджа Вриндаване. И тот, кто посещает эти места, слушает харикатху от Святой Личности, кладет свое тело и кланяется пыли с этих мест, что произойдет с такой Личностью? Все трансцендентное знание проявится в сердце такой Личности, кто следует этому. Как Нарада Риши утверждает, что ты являешь свои бесчисленные сладостные игры. Если какой-то человек отправляется в твои места, места твоих игр под руководством возвышенного вайшнава, он обретает все бхакти, все трансцендентное знание. Поэтому Враджа Мандала Парикрама очень важна, очень важна. В наших писаниях говорится, пять разновидностей бхакти очень важны. Если мы следуем этим пятим разновидностям бхакти, с небольшой верой мы обретем высшее благо. А если мы следуем всем составляющим бхакти, мы совершаем, мы и во время парикрама мы вовлечены во всю эту деятельность. Мы слушаем харикатху, совершаем киртан, слушаем. И так много дней в течение месяца мы вовлечены в эту практику, находясь в садусанге. Это самое важное. Даже мадхура вас, дхама парикраму. То есть совершаем мадхура парикраму. Каждый день мы приходили на Мангаларати. Три раза в сутки мы совершали арати. И мы слушали
Бхагават Шраван. То есть мы слушали Харикатху. Каждый день мы слушали послания Бхагаватам. Это необычная вещь, что мы находимся здесь, следуем Браджамандала Парикраме под руководством саду. Миллионы, миллионы рождений мы провели в скитаниях, обретая сукрити, и сейчас мы обрели эту благую милость присоединиться на Враджамандала Парикрама под руководством Шри Гуру и Вайшнавов. Это редкая благая удача. Шрила Нарисим Махарадж принимал прасад после того, как все примут прасад. И до тех пор, пока никто не усядется в автобус, и Нарисимха Махарадж не садился в автобус, так Нарисимха Махарадж заботился обо всем на парикраме. Столько служений он совершил на парикраме. Итак, да, иногда случаются трудности на парикраме, но наша гуру Варга говорит. Да, случаются трудности. Даже то, что нам приходится ходить в туалет в кусты, брать с собой бутылку, чтобы помыть руки, это не страшно. Сейчас стараются устроить больше условий для этого, но это не страшно. Самое важное, что мы принимаем участие на этой парикраме, и то, что мы обретаем, не можно взвесить ни в каком эквиваленте. Поэтому мы в неоплатном долгу перед всеми вайшнавами, которые проливали здесь бесчисленную харикатху. И мы молимся постоянно, чтобы мы могли присоединяться на это Враджамандала Парикраму и смогли обрести высшее благо. Манча Калпатару Пешча Крипасильна Девача.